А если кто-то узнает, что ты сделал с оценками, с тобой дружить уже никто не будет. Тебя со школы выгонят. Блин, и меня? Здравствуйте, Ботанов. А где Марья Ивановна? Что-то задерживается, нету. Ну, значит, я не опоздал. Ботанов? А ты Тупорева не видел? Он, наверное, так же не опаздывает, как и ты. Чё, нет еще Марьи Ивановны? Ха! Так это, я, получается, не опоздал. О, Тупорев, здорово! Проходи быстрее, пока ее нету. Ха, здорово! Так это, может, она не выздоровела? Э, Шлёцик, может, дальше будешь учителем, не? Пару оценок нам поставишь хороших. Нет, спасибо, мне вот так вот хватило. Я не хочу больше учить таких детей, как вы. Ты слышал? А чё это мы такие плохие, что ли? Ну так... Слабак, да? Так давай, может, иди, начинай ты, а чё? Я? Может, ты пойдёшь? Нет, давай лучше ты. Целых пару поставил бы, нормальных, чё? Четверть подтянули бы. Э, заучка, у тебя, кажется, там что-то звонит. Во время урока, не на вибро. Ага. Алло, Марья Ивановна, здравствуйте. Все еще болеете, да? Жалко, мы вас ждем. Я не жду точно. Поправляйтесь, Марья Ивановна. Не, я больше не хочу вас заменять. У меня не очень получилось. У тебя есть шанс, Затупин. Да, вот, давайте Затупин проведет урок. Нет, не надо. Нет, Марья Ивановна, даже я, Тупорев, поддерживаю кандидатуру Затупина. О, выпалю. А? Да, хорошо, вы лучше ему сами наберите. Хорошо. Правильно, звоните ему, а то он еще и не верит. До свидания. Затупин, походу, ты сегодня учитель. Жди звонка. Да не хочу я быть учителем, сейчас отключу. Не надо ничего отключать, это наш шанс исправить оценки за четверть. Ты че, перед Новым годом? О, смотри, кто-то звонит. Выдра, Выдровна. А кто это? Да Марья Ивановна. Ха, клево ты ее. Здравствуйте, Марья Ивановна, да, слушаю. Ужас, как ты ее записал? А у тебя как она записана? Что? Ну, ладно, попробую провести урок. Ну все, до свидания. Ну все, ты наделен правами учителя. Так и вали на его место, понял? А я на твое пока сяду. Капец, ребята, готовьтесь. Эй, ты очкарик, очки дай. Во-во, э! Что ты в них видишь вообще? Ну так вот и лови, слепой. Так, все готовы к уроку? Да, Затупин Иванович, готовы. Ты мне там это... Не перебарщивай, понял, корешочек? Давай, тройбан мне по-русскому, давай! Ох, батя обрадуется! Ох, и подарки на Новый год у меня скоро будут! Слушай, я придумал четкий план! Тебя не касается, у тебя так все нормально! Какой план, Тупорев? Ну это, че? Ты мне там троечки выводишь за четверть! Все! А я поделюсь с тобой подарками, которые мне батя подарит на Новый год! Ну что, посмотрим, что у вас тут выходит. Математика. Ботанов 5. Ты что, сомневался, Затупин Иванович? Ладно, мне там что выходит, а? А у тебя, Тупорев, 3-2. 3-2. Ну, у тебя 2 выходит. Как 2? Это ж спорная! Ну и что ты предлагаешь, Тупорев? Ну как что? Поставь там еще одну тройку! И выйдет 3 за четверть! И пьеска моя! Ты чё? Так нельзя! Это тебе, может быть, так нельзя? Так, ладно, чё там дальше? Так, по языку. Ну, Ботанова, как обычно, 5, а у Тупорева 3-2, 3-2 тоже. О, ещё и по языку 5. Чё, ты хочешь сказать, что у меня 5 спорная оценка, что ли? Ну да. По литературе у тебя вообще железная 2. А мне что по литературе? Ну, Ботанов, ну как ты думаешь? Ну, конечно же, 5. Что с Тупоревым будем делать? Да.
Ну чё делать, чё делать? Ты что, мне не кореш, что ли? Ну поставь троечку! Ну помоги братишке своему однокласснику, ну! Да что мне за это будет, а, Тупорев? Чё-чё, подзатыльника не получишь, понял? Тупорев, а если у тебя выйдет тройка по всем предметам, то что тебе отец подарит на Новый год? Так если у меня выйдет тройка по всем предметам за четверть, короче, он мне скутер купит, стопудово пьеску мне подгонит, старую можно будет выкидывать, да новый телефон будет тоже. Телек попрошу большой, чтобы на всю стену. Ну еще, конечно, всяких вкусностей, вкусняшек там мешками будет у меня на Новый год. Хорошо, Тупорев. У меня к тебе есть одно предложение. Ну, какое? Это уже все совершенно по-другому. Кстати, Тупорев, а какой у тебя старый телефон? Ты... Старье какое-то он. Говорят, 11 Pro, уже давно 13-е повыходили. Ничего себе старье. Про свое вообще побитый, молчу. А какая у тебя ПС-ка старая? Да 4-я еще стоит. Я тебе говорю, скоро уже 6-я на подходе. Эксклюзивно уже можно заказать. Ничего себе, всего лишь. 4-я, круто. А новый скутер взамен чего тебе купит? Да у меня это, на старом там шины подстерлись немножко. Просто неохота заниматься этим. Я сказал бате, что вот поломался. Наверное, вместо него и купит новый скутер. На новых шинах. Ну реально, а чё? Везет, а у меня даже велика нету. Так и нафига он тебе нужен? Ты его все время учишься, ты же кататься некогда. Скутер? Всего лишь шины поменять. Во, круто. Хорошо, Тупорев, тогда оставлю тебе троечку по языку. О, супер, братан, спасибо. Ставлю тебе троечку по литературе. А за что ему так? Да тебе-то что, какое дело? Клёво затупил, спасибо, братан! И по математике я тоже готов поставить себе троечку. Но при условии, если ты отдашь мне все старое, то, что у тебя сейчас. А чё нет? А нафига оно мне надо? Если ты мне ещё и помальше поставишь троебан, так нафига он мне нужен? На, братишка, держи уже сразу! Подожди, ты ж без телефона, как я тебе звонить буду? Так, математика. 3. Это несправедливо! Да ладно! Зато прикольно! Согласен, затупен! Пусть пока у меня побудет! А я бате, когда в конце четверти дневник покажу! Клянусь! Мой телефон! Твой телефон! Моя пьеска! Твоя пьеска! И мой скутер, твой скутер! Ну это, которые старые и поломанные! Окей? Договорились? Договорились, Тупорев, но... Ну да, согласен, у нас. Свидетель, надо что-то с этим делать. Какие предложения? Это несправедливо. Да что ты, да не завидуй. Тебе-то какая разница? Придешь в свои пятерки, бате с матей покажешь. И будешь радоваться. Спокойной ночи, малыши. Разрешат посмотреть на каникулах. А велосипед у тебя, Тупорев, есть хотя бы старый? Ну есть. У меня есть крутой горник. В нем 24 скорости, дисковые гидравлические тормоза, какое-то специальное там сиденье, короче, на мортерах регулируемых. А тебе-то что? Ну, у тебя же появится новый скутер. А старый отдаешь Затупину. Да-да, мне отдает. Ну да, будет новый. Нафига мне старый, я ему поэтому и отдаю. Ну, понять не могу. Тебе-то что? К чему ты клонишь? Ну, вы же не хотите, чтобы о ваших оценках... Кто-то узнал. Например, Мария Ивановна, директор. Или твой папа. Конечно, не хотим. Ты только попробуй скажи кому-нибудь, понял? Мы с тобой дружить тогда не будем. А если кто-то узнает, что ты сделал с оценками, с тобой дружить уже никто не будет. Тебя со школы выгонят. Блин, и меня? И тебя. Не надо, не надо. Так что ты хочешь, а? Чтоб никто не узнал. Вот ты, Тупорев, реально Тупорев. Я на то и намекаю. У тебя появится новый скутер. Старый ты отдаешь Затупину. А зачем тебе велик старый? Блин, что-то я не догоняю.
Тупорев, соображай, не тупи. Ты получаешь новый скутер, отдаешь ему старый. А зачем тебе старый велик? Когда у тебя будет новый скутер? Включай, включай голову. А, ну да, нафига мне велик, если у меня будет скутер? Вот, а у меня велика нету, но я знаю один секрет. Какой секрет? Поделись. Господи, Тупорев, я уже задолбался это слушать, даже я понял с первого раза. Отдай просто ему свой велик. Ты чё орёшь, а? Чё я должен ему свой велик отдавать? Зачем? Тупорев, у тебя появится новый скутер. Старый ты отдашь мне. А зачем тебе велик, если у тебя есть скутер? Так отдай просто его Ботанову. Вот-вот, я, Тупорев, никому не скажу, как ты получил тройки за четверть. Дошло! Так ты чё меня, шантажировать собрался или чё? Да нет, я просто могу позвонить Марии Ивановне и всё рассказать. Не надо, ты чё? Я тебе позвоню. Хм, подожди, дай прикину. Так, новый скутер у меня будет. О, поэтому старый я отдаю за Тупину. А нафига мне старый велик, если у меня будет новый скутер? А, понял. О, и не пришло 45 минут почти. Да ладно. Я все понял. Короче, да. Я попрошу у бати на Новый год еще новый велик, и тогда точно старый дам тебе. Так нафига он мне будет нужен, если у меня будет новый велик? А, дошло! Ты умный все-таки. Ну хотя бы так, Тупорев.